Я могу присоединиться ко многому из того, что было сказано нашим гостем. Позиция России, она не носит конъюнктурного характера. Она всегда была основана на решениях, которые состоялись раньше и которые, на мой взгляд, и должны лежать в основе урегулирования. Это прежде всего создание двух независимых государств. Кстати говоря, такую позицию разделяют очень многие люди в мире, в том числе, как ни странно, и в Соединенных Штатах многие разделяют эту позицию. Вот. Но, к сожалению, этот вопрос не был решен, и именно он лежит в основе и сегодняшнего обострения ситуации, и сегодняшнего противостояния. Мы со своей стороны, в том числе сегодняшняя проблема связана с попытками США монополизировать урегулирование. Потому что США не рассматривается как страна с нейтральными позициями. И в этом проблема.